Всем привет! Сука. В зубах застряло. Мы сегодня в джунглях. Это новая игра. Выживалочка новая вышла вот на днях. Решил поиграть. Ну а думаю, что нет-то? Ща рыбу даем. Сорянчик заранее, что видосик получился коротковатый. Игра пока что в демо-версии, но уже есть полноценный режим выживания. Так что если вам понравится, мы обязательно продолжим. Только главное дайте знать. Уже скримеры. Так, что за птеродаптери? Это попугаи так орут. Меня уже бесит. Ты не ори, ты мне на ухо. Ки-ки, я тоже так могу. Я пропустил пару диалогов, потому что там очень нудно не говорят. Короче, мы с девкой приплыли куда-то. Я взял камень. И на этом острове уже построен какой-то лагерь, и мы должны туда добраться. Я говорю, пойдем. Она такая, да подожди, я там прокладку меняю. Я такой, да ладно, встретимся там. Походу, это оно, да? А... Так. О, да мы уже обустроились. Удерживайте шив, чтобы бежать. Хо, наконец-то, я так хотел бегать. Все эти две минуты. Палочку короткую возьму, класс. Короче, женщина, она уже, по-моему, идет к нам. И нам нужно сделать костер, приготовить ужин. Набрать дров, она хочет секса. Что это? Че я нажал? Карты нет, спать нельзя. Осмотреть. Можно. Офигеть! Можно осматривать свои части тела. Нет ли нигде какой-нибудь херни торчащей? Да чё? Чё передо мной? Типа тут настолько все сложно, что нужно вот так вот на базу все перетаскивать. Это супер реалистичная игра. А, не особо реалистичная. Короче, нам нужно рубить дерево, чтобы набрать коротких палок. Блин, а тут все круто сделано. Смотри, как все рубится. Тупо разрубатель. Я тупо рублю все. Я тупо бью по палке своим длинным мечом. Еее, костер готов. Нужно ответить ей. Можешь принести зажигалку? Looks like everything's ready. Нет. А, фак. Мы должны все это изготовить, да? Вот так. Вот так. Чуть-чуть подрочил. Чтобы разжечь огонь, перетащите хворост из рюкзака, ячеек, инструменты для розжига. О-о-о! Я этот самый. Прямо Bear Grylls. Ух ты. Мне нравится эта игра. Она прикольная. И черная. Ой, да. Ой, как романтично. Я что-то немножко... Короче, они сидели, болтали по душам. Я что-то... I love you. День третий. Я проснулся от того, что мне страшно обыскать палатку. Короче, давайте немного предыстории, предисловий. Я немножко диалоги пропускаю, как вы понимаете, потому что, ну как бы, иначе видос будет 40-минутный. Сюжет в чем? Мы с этой тёлкой прилетели на этот остров, на котором живет какое-то племя Ябахала, Яхабука. Не помню, как оно называется, и у меня в голове я сейчас ёкнуло. Есть такое племя Сентинельцы, если вы слышали об этом, вы красавцы. Вот и сейчас был диалог про то, что она, эта девка, ищет племя, которое атаковало вертолет из луков. Типа, дикие чуваки, и она пошла с ними общаться. То есть, у нее есть с ними контакт. Типа, это мы исследователи отсталых. Мы исследуем отсталых. И мне кажется, это офигенная идея для игры. То есть, разработчик, скорее всего, вдохновлялся именно этим племенем. Возможно, это не так, но мне... Короче, моя версия имеет место быть. Я в деревне. Свяжись со мной по рации, как проснешься. Hello, Mia? Она сказала, что у меня день рождения сегодня. Ах ты. Ушла на мою днюху каким-то аборигеном. Сейчас палку возьму и убью тебя пойду. Нам нужно взять подарок. А, вот в чем прикол. Так. Часы. Ага. Жажда. ДНК. Что? Что? Что это все означает? Ладно, пока наша женщина там вливается в доверие этим аборигенам, я должен осмотреть пробковую доску. Должен заниматься изучением флоры. Да ладно, серьезно, игра про выживание, а я изучаю доски. Так, это бревно. Эй! Доска! Моя женщина ушла.
Больше досок нет поблизости. Ой-ой-ой. Вы смотрите. Вода, белки, углеводы и жиры. Серьезно? Здесь настолько все... Блин, эта игра должна обновляться как можно чаще. У нее большое будущее. Да блин, я никогда настолько сложного задания в играх не встречал. Осмотри пробковую доску. Серьезно? Нужно было бревно сломать. И как я его смотрю? Где стол для осмотрения? Я не могу. И сколько? Я уже минут 10 сижу, пытаясь найти пробковую доску. Мне проще ящерицу убить. Ну ладно, не проще. Пробковая доска. Пробковая доска, сука! Нужно было просто подойти к пробковой доске, которая сделана из пробок. К, пробковая. И почитать все. Я просто гений. Тут куча информации о племенах, которые... Вот, Ябахака. Ябахака — одно из примерно 80 утерянных племен, проживающих в дремучих лесах Амазонки. Они живут в изоляции, потому что боятся жестокого современного мира. Как они нас примут? Они единственный ключ к нашей цели. А что за цель? Наверное, секс с незнакомцами, не знаю. Что может быть за цель? Хорош изучать. Нужно пройти на север и найти табачное дерево. Вау. Север, а где север? Damn it! Fuck me! Трахни меня, он сказал. А, черт, рука не в порядке. Нога в порядке. Она сказала, нужно какое-то растение, окруженное чем-то желтым. Но есть же и нормальный, дедовский способ. Тоже связанный с желтым. Эй! Все, я теперь крутой. Вау! Не пугай ты меня так, пшикает он ртом. Мия, что случилось? Мия, ответь. Что сделать? Найти Мию. Мия! Мия! Я умер? Вы завершили часть сюжета во время обучения. Полный доступ к сюжетному режиму будет открыт на релизе игры. Green Hell все еще находится в разработке, поэтому часть функции пока недоступна. О-о-о. Мы можем продолжить в режим выживания, но без сюжета. То есть в игре есть еще и режим истории. Короче, давайте нажмем пробел. Мы продолжаем с вами выживать. И, наверное, будем на этом закругляться постепенно. Потому что, ну, как бы... Что как бы? Не знаю, будем ли мы продолжать играть в эту игру, но если она вам понравилась, то напишите об этом в комментариях, поставьте там лайки, я увижу по вашей активности, если она вам интересна. Мне лично игра офигеть как зашла. Пока что она, конечно, в раннем доступе, тут мало очень функций, она очень такая сырая, прям вот как бокал воды. Будем ждать с вами новых версий, новых обновлений, релиза игры. Ну и давайте, наверное, в кустике вот присядем, будем постепенно закругляться. Кликайте на экран, на кнопочку, чтобы посмотреть другой ролик какой-нибудь. Подписывайтесь на канал, в группу ВКонтакте заходите. С вами был Стэк, жду вас на стримах, я стримлю. Удачных выживаний, да.